Интернет-канал Туируша и компания Туиру представляют. Привет, Ксюш. Привет, Лис. Я сегодня тебе принесла новую игрушку. Вот, смотри. Это сахарный дворец. Давай откроем. Игра в четыре руки. Вот, смотри, какой он большой. Крокодильчик. Вот, еще. Вот, смотри, как тут всего много. Давай пока посмотрим, как он внутри выглядит. Да. Вау. Это герои мультфильма «My Little Pony». А, точно. А вот ее парень. Как раз вовремя. Характер у этого пони хороший. Сладкий. Да, сладкий. Сладкий пони? Да. Давай расставим пока все. Вот это пироженки. Аккуратней! Смотри, тут дверца открывается. Да. Оп. А, сразу две. О, Ксюша, давай поиграем так, что у Пинки Пай будет день рождения. Она будет спокойно спать у себя дома, а ее животное, крокодильчик, напомнит ей, что у нее сегодня день рождения, и будет приглашать гостей. Да. Давай, сейчас все, они спят. О, какой сегодня день? Сейчас на календарь посмотрим. У Пинки Пай же день рождения, нужно быстрее бежать к ней. Пинки Пай, Пинки Пай, у тебя сегодня день рождения. Давай просыпайся, подготавливай праздник, а я гостей приглашу. О, какое сегодня число? 26-е. А, точно. На день рождения Пинки Пай придете? Конечно. Так, можете подготавливаться, дождь, да. Приготовьте подарки, приготовьте. Да. Она уже убирает, я вас позову. Так, сейчас шапочку красивенькую. Ага. Подожди, ты петух, еще не готов ничего. Так, сюда шарики. Все, все гости могут идти. Привет, карта. Вы приготовили мне подарки? Да. О, спасибо. Какой огромный торт. О, вау, он даже лучше, чем твой петух. Ну ладно, проходи, карта. Смотрите, как у нас тут красиво. Ну ладно, мы собираемся. Оставь пока свою гармошку. Ладно. Я дарю тебе, кроме петуха и торта, я дарю тебе еще песенку. Пинки Пай, моя подружка, ля-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 ля. Вы прям вдвоем ее приготовили меня. А, спасибо, спасибо. Ну что, проходите, угощайтесь. У меня тут много чего. А животные пусть пока на улице поиграют. Ладно. Как я не люблю вас, петухи. Тут прям хочется вас съесть. Ладно, карта, давай твой торт съедим. Ням-ням. Ой, он такой большой. Ой. Может, на ночевку у меня останешься? Ну, давай. Эй, я же сплю наверху. Значит, вы будете внизу с картой спать. Слушай, петух, говори, как я, по-нормально. Ладно. Говорю. Теперь можешь это взлететь и положить вот сюда. А, давай. Петухи умеют 16 секунд летать. Все, молодец, повесил. А тот так и остался на улице. Интересно, что нашим игрушкам приснится. Карте, наверное, приснится новая гармошка. А Пинки Пай приснится куча-куча воздушных шаров. А петуху приснилось, что он охраняет куриц и говорит, что курицам надо нанести целых 162 яйца. Кстати, а посмотри, что это такое белое? Это снег? Или глазу? Скорее всего, это такая глазу. А это, наверное, как пряник. О, смотри, это похоже на мороженое. Мне кажется, это все-таки новогодний такой домик. Потому что эта глазурь, она похожа и на снег. О, я поняла, это окно вот для самих пони, а это для зверюшек выход. Пони прыгают, а зверюшки просто проходят. Даже в конюшнях иногда бывают препятствия, когда кони перепрыгивают. Ксюш, ну вообще тебе понравилось играть? Мне да, а тебе? Мне тоже очень понравилось. Но поскольку тут очень много мелких деталей, как вот этот петушок, там пироженки, эти игрушки можно давать только детям старше 3 лет.
Подписывайся на наш канал Торуша. Ставьте лайки и пишите комментарии под этим видео. Мы знаем, чего хотят дети.